Построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Главную программу в жизни каждого мужчины Александр Кузнецов выполнил на 100%. В субботнее утро его семья решила начать с участия в акции «Наш лес, посади дерево». На главном члене семьи сегодня двойная ответственность, поскольку он еще и председатель совета дома. Но матищенец признается, уговаривать соседей долго не пришлось. Эту идею они поддержали на ура. Один клич в чате, сразу же люди, а мы принесем вот это, здорово, мы тоже придем, мы тоже выйдем, всегда вот у нас вкусности, девочки всегда готовят какие-то вкусняшки, чай, детям мы всегда быстро собираемся. Сделать мытищи еще краше сегодня решили многие жители. Лопаты, перчатки, калоши уже наготове. Каждому участнику организаторы выдают специальный набор. Одинаковые эмблемы, как символ причастия к общему делу. Сделать наш город зеленее гораздо проще, чем кажется. Для этого не нужна специальная техника или инвентарь. Все выдают прямо на месте. Здравствуйте, мне М. Спасибо. Со спортивным азартом и на скорость бывалые садоводы и новички. Акция «Наш лес, посади дерево» каждый год объединяет неравнодушных людей. Обстановка, которую мы сегодня видим, она очень приятная и позитивная. И здесь вот это вот включение абсолютно всех жителей. Посмотрите, сколько малышей, которые с радостью сейчас сажают деревья. Вот это, наверное, самая главная заслуга. Ну и погода нам сегодня в помощь. После недели проливных дождей именно сегодня вышло солнышко. Погода задает ритм и настроение дня. Ей в помощь аниматоры и диджеи. Десятки, а то и сотни мытищенцев сегодня вместо субботнего сна предпочли сделать подарок природе. Многие жители дома 12 по улице Астрахова присоединились к акции прямо в процессе. Это наш двор, это наш город. Всегда хотелось, чтобы здесь было красиво, чисто. Мы недавно сюда переехали, и первый мой вопрос был, почему так мало деревьев? Потому что мы переехали из очень зеленого уголочка, и деревьев очень, конечно, не хватает. Когда узнали, что здесь такая акция, сказали, первым делом принимаем в ней участие. Здесь хотели, чтобы город был зеленым, наш район, чтобы дети радовались, и мы дышали чистым воздухом. Березы, липы, ивы. Более 500 саженцев различных деревьев мытищенцы высадили в рамках экологической акции. И это только в черте города. Но организаторы уверены, это далеко не предел. Благоустройство округа и его озеленение продолжится и после окончания праздника. На этой территории точно будет порядок. Никакие деревья нам никто не поломает. И мы будем внимательно за всем этим следить. За вашу дружную, прекрасную команду. И давайте сделаем наш город просто лучше. Не говорить, а делать, как сказала наша глава Юлия Олеговна Купецкая. Наблюдать за тем, как растут деревья, мытищенцы смогут прямо из окон. На память каждый из участников оставил на саженцах порядковый номер, чтобы через десятки лет можно было прийти на эту зеленую аллею и с гордостью сказать: «Это дерево посадил я». Алина Савушко, Константин Бондаренко, Александр Соломкин, Первый Мытищинский.